Я, наверное, отвечу со второй части вопроса. Я уже не раз говорил неоднократно и в клубе, и в сборной, неважно. Если ты являешься частью какой-то команды, частью семьи, ты должен быть готов помочь на любой позиции, где тебя видит главный тренер. И ты должен отдавать со всего себя. Поэтому неважно, на какой позиции я буду играть, я буду отдавать всего себя и делать все возможное и невозможное. А по поводу празднования гола, то скажу, что в первых трех играх мы получили достаточно много критики, которую, прежде всего, я хотел бы сказать, мы заслужили, наверное, своей игрой. И я хотел бы просто, я своим празднованием, наверное, показал тем людям, что лучше держать свои рты за замком, потому что мы достойная команда, и мы команда, которая умеем справляться с задачами, потому что силен не тот, кто бьет, а тот, кто выдержит удар. И я считаю, что мы справились со своей задачей, мы пишем историю, это достижение войдет уже, как я сказал, уже в историю, и я этим самым просто показал, что нужно верить, поддерживать. Но, опять же, таки, это, таких людей немного, большинство из них поддерживало и поддерживает нас по сей день. Мы чувствовали поддержку на протяжении каждой игры на этом турнире. Такое впечатление, как будто мы играли все эти игры дома. Поэтому за это им огромное спасибо.